Здравствуйте, друзья. Хочу познакомить вас с игрой PID или PID. Точно не знаю. Посмотрим, сам еще не имел чести ознакомиться. Single player, очевидно. Difficulty normal, конечно. Посмотрим. Так. Это, очевидно, планета Земля. Школьный звонок. Автобус. Детишки странного вида. Так, и автобус куда-то полетел. А, вот так вот, да? Астронавты. Маленький мальчик. Остается один в межзвездном трамвае. Так, летим на какую-то планету другую. Может быть, Марс. О, телепортация. Так. Это наш герой. Press D or F to equip an item. Так, а как передвигаться? Стрелочками, пригибаться. А он может подпрыгивать? О, так, вот. Z это прыгать. Вниз это пригибаться. Может, вот так вот он, пригнувшись, ползет. Интересно, он сам знает, где он? Ага. Удерживая Z, мы делаем более высокий прыжок. Ну, пока все тривиально. Какие-то существа. Какое-то существо с плоской бородой. Сэр, я уснул в автобусе, и водитель просто выбросил меня здесь. Вы не можете мне подсказать, когда отбывает следующий автобус на Вистлтон? Автобус, в общем, в течение пары минут должен прибыть. Можешь подождать с нами. Подождем. Еще какое-то странное существо, которое нам говорит, что это вранье. Ты ведь не отсюда? Ты хочешь уйти отсюда? Я тоже. Но если ты будешь ждать с ними, ты будешь ждать очень долго. Но тот мужчина сказал мне, что автобус приедет через минуту. Грегори? Он был всего лишь ребенком, когда начал ждать этот автобус. Немногим старше тебя. Их поколение... у их поколения проблемы... В общем, с... чувством времени, судя по всему. То есть ты хочешь сказать, что автобусы здесь вообще не ходят? Они поменяли маршруты или вроде того? Здесь какие-то проблемы с трафиком. Никто не знает почему. Ходят слухи, что автобусы все еще ходят из большого города. Но туда добраться тоже непросто, потому что и с местным трафиком тоже проблемы. Но это же ведь просто кошмарно. Должен же быть какой-то способ добраться до города. Я имею в виду, что я ведь могу и дойти, если захочу, если мне понадобится. Дойти до города
Я бы не рекомендовал. Но это, в принципе, твое дело. Единственная дорога, которую я знаю, пролегает через старый замок. Я не слышал, чтобы кто-нибудь проходил через него много лет. Там все запечатано. Я должен попробовать. Хочешь пойти со мной? Я в любом случае не собираюсь здесь оставаться. Он говорит нам, что не может, но желает нам удачи. А нас зовут Курт. Или Карт. Я не знаток произношения имен. О, какие-то звездочки. Так, так, так. Похоже на созвездие. Фу. Я испугался. Музычка приятная. Вообще игра так интересно графически оформлена, какая-то туманная атмосфера на этой планете, судя по всему. Так, и вот мы, видимо, достигли того самого старого замка. Кто-то есть. Мы поговорим с ним. Так, что, как, что я должен сделать? Не понимаю. Что он от нас хочет? Попробуем потыркать на клавиши. О, S. Я тебя раньше не видел. Ты не из местных, короче. Нет, мадам. Я иду к городу. Что это за место? Это были какие-то рабочие пространства в старые времена. Я единственная, кто сюда все еще приходит. Хоспитал. Не знаю, что такое хоспитал. Достигнуть города непростая задача. Я боюсь, стражники повсюду. Ты должен прятаться, если они рядом. Они не любят людей, которые просто так слоняются. И не ввязывайся в проблемы. Малыш. Хочется добавить. Так, пригнемся. Так, Курт Кен Коллект. Что-то там Курт Кен Коллект. О, тикет. Что за тикет? Какой-то билетик. Some memories. Он собирает какие-то... воспоминания. Мы нашли секретный сувенирчик. Так, что? Наверное, их надо перепрыгивать. Не хочу рисковать в любом случае. Так, они друг с другом сталкиваются. Ладно, пропустим звездочку. Не хочу задерживаться. Эта штука стреляет фейерверками. Ай-яй-яй. Зато теперь я точно знаю, что нельзя под нее попадать. Оп. Ух ты. Шипы не только для меня, очевидно, опасны. Так, давай, Курт. Молодец, пацан. Сейф. Так, ящики. Наверное, с высоты ему тоже падать не стоит. Тут я, наверное, должен вот так проползти.
кидают? Нет. Ой. Ой-ой-ой. Что ж, справимся. Хорошо, что не с самого начала. Давай. Курт. Собираем какие-то созвездия. Точнее, собираем там звездочки, но они в каких-то созвездиях. А! Мать моя женщина! А ведь ничто не предвещало. Так, Castle Cave. Пещеры замковые. Ведь выжил. Живучий. Так, давай, Курт. О, смотрите-ка. У дьявола перерыв на чай. А, нет, это, наверное, просто стражник. Какой-то сундук. С. Да? О! Манность не зашла. Так, что это у нас тут? Что это за сияющие шары? You have just received a beam. Так. О. Интересно. Так, интересно. Черт возьми. Давай. А, почти. Давай. Ну что же ты, Курт? Все собрали. Дальше пойдем. Что за штуки такие? А, вот у нас бим. Интересно. Так. Это ведь очевидно не все. Я заинтересован. Вау. Вот это неожиданно было. Оказывается, она еще. Да что ж я наделал? А, ну ладно, теперь уже не важно. В другой раз буду умнее. Может быть. Так. Дальше. Пойдем. Вот, 60 звездочек, нормально. Необходимости ставить пучки. Так, вот здесь. Я сейчас. Оп, я уже знаю, как это работает. Все. Так. Поползли, Курт. О, красавец. Найс. Так. Если вот.
Хорошо. Отлично. Следующий. Ай, 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 нет, 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 я передумал. Что же я наделал-то? Нет, 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 уходим. А, beam cannot be used on spikes. Мне не надо на spikes, мне... Оп. Оп. О, фуф. Фуф. О, еще какой-то субъект. Похож на мистера Картошку. Давайте с ним поговорим. Все не таково, каким выглядит. Спасибо за совет. Зря, конечно. Чего это такого, да? Так. Наверное, здесь вот так. А тут вот так, да. Отлично. Прекрасно. Нет, поближе. Вот так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Икс. Спокойно. Ха. Вот так вот. Аккуратно, аккуратно. Я почему я до сих пор путаю клавиши? Далековато. Ладно. Так, и вот так. Отлично. А теперь мы ставим сначала вертик. Нет, не такую. Нет, нет, не сталкивай меня туда. Вот до туда можно. На самом верху, да. Так, спокойно, спокойно. Так, вот так. Фу. Фу, to cancel... А, ну, раньше не могли сказать. Ай, 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 а, так тут островок. Ай, чёрт, побери. А, С, о. Господи. Все же просто, все просто. Просто нужна внимательность. Так. Сначала вверх. Потом. Так. Спокойно, я сейчас упаду. Ладно. Теперь я знаю, что делать. Вот вроде бы я знал, что делать. Так вот, извините. Да что ж я... Всё, собрался. Собрался. Вот в верхней точке. Так, теперь еще раз. Теперь еще раз. Вот. Так сделаем. И черт побери. С самого. А сейчас должно быть проще все.
аккуратно перепрыгну. Фу. Вот это зачем вообще здесь? Стоп, а что? Наверное, наверх. Все. Отлично. Еще одна локация преодолена. Какой-то звездочет роботизированный. Давайте ему помашем. Я не ожидал гостей в такой час. Ой, я изучаю текущие астрономические аномалии, происходящие в нашей системе. А, судя по всему, звезды в небе исчезают. За последние пару лет с карты звездного неба полностью поменялась. Я пытаюсь найти логическое объяснение этого феномена. К тому же я провел эксперименты на всех звездных скоплениях, видимо. Так, бла-бла-бла, I can date some of 330 лет. Что-то там про звезды, падающие на Землю, судя по всему, за последние 330 лет. И для чего ты это изучал? Давным-давно эта планета управлялась королевской семьей. Король, королева и принц. Но они покинули, судя по всему, планету 350 лет назад. Я просто не вижу связи. Мне нужно больше примеров или образцов. Знаешь, что я тебе скажу? Если ты принесешь мне все звезды, которые соберешь, я обменяю их на ценные предметы. Если у тебя сейчас есть какие-то звезды, я с удовольствием возьму их из твоих рук. Try out диспенсер. Вот, можно воспользоваться диспенсером. Мне все еще нужно найти отсюда какой-то выход к большому городу. Как мне оттуда? Подскажи что-нибудь. В общем, иди вверх через замок. И будь осторожен. Курт может обменивать звезды, так и что? Интересно, все обменяют? Че это? Броня какая-то. А! Вот я обменял на бронежилет. Так, а что дальше? А, вот туда. Блин. Сюда. Теперь сюда. Аттик. Так, ну что ж, я думаю, на этом наш короткий обзор знакомства с игрой PID можно закончить. Какое-то первоначальное представление о процессе, я думаю, все мы получили. Подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. До свидания.